Освобождение от фашистов, съемки «Слуги народа» и «Цветущие каштаны». Об этих событиях далее коротко. В Бельмакском районе отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. По центральной улице поселка к Аллее Славы прошло торжественное шествие. В память о павших в годы войны объявили минуту молчания. Представители власти вместе с местной молодежью возложили цветы к мемориалу погибших воинов. В Запорожье начались съемки продолжения сериала «Слуга народа». Сегодня съемки проходили под бывшим отелем «Шератон». Пока зеваки ждали появления Владимира Зеленского, машина с тортом на крыше резко повернула. Пластиковый муляж слетел и упал на стоящий рядом полицейский «Приус». Съемки в Запорожье продлятся 4 дня. Жители Каменки стали свидетелями цветущих каштанов. Обычно это дерево цветет в мае.